Ну а перед тем, как мы посмотрим новую карту Зона 7, к новому обновлению нужны новые скины. И как насчет начать новое обновление с Керамбит Голд? Да-да, Керамбит Голд в моем телеграм-канале, ссылочка в описании. В закрепленный комментарий закину, QR-код на экране сканируй, переходи. Ну и, естественно, 500 мест на голду. Ты не ослышался, 500 мест и Керамбит Голд. Участвуй. Всем привет, у микрофона Веля, и тут внезапно, неожиданно, негаданно, во-первых, новый канал у Standoff 2, Standoff 2 Live, собственно, я подписан, этот колокольчик, лайк поставил, ты тоже обязательно подписывайся на канал с колокольчиком, ставь лайк, ну и, собственно, показывают нам карту Зона 7, которая предположительно заменит Зону 9, то есть нам нужно сказать пока Зона 9, привет, Зона 7, давайте посмотрим, что же интересно. Интересненького подготовили для нас разработчики. 45 секунд у начала, как говорится, премьер. У нас уже почти 10 тысяч онлайна. Ё-моё, просто жесть. Вообще-то, зона 7. Мы ждали реворк зоны 9. Зона 7. Интересно, что подготовят разработчики? 30 секунд, ребятушки, и мы начинаем. Торжественный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Итак, зона 7, показывай. Ночная карта! Что, подожди. Опа, P90 новый, да, ну P90 новый. АС-вал. Подожди, неужели карта будет ночью? Вы угораете, издеваетесь. Наши ребята пробираются. Ну как наши, злюки, это злюки, да, это не наши ребята. Но мы их знаем. Адам, Цезарь, Виктор, это они. Вот они, слева направо, как говорится. Зона 7. Подожди. Что? Это для матчмейкинга карта? Она супер коридорная! Что сделали? Это не реворк! Это не реворк! Это даже близко не реворк! Так, но она многоуровневая. Что сделали с зоной? Никакого реворка! Это абсолютно новая карта! Это абсолютно новая карта! Зона 7! Это не реворк зоны 9! Это ничего подобного! Разработчики сделали абсолютно новую карту зона 7! Это надо, подожди, посмотреть. Это надо посмотреть еще раз. Прям досконально. Ну, во-первых, ребята, вот эти вот Адам, Цезарь и Виктор штурмуют зону, это понятно. Новый P90, видимо, новый скин на MP5. Либо это... Нет, ну новый, по-моему, скин на MP5. АС-вал. Понятно. И тут они взбираются на гору, собственно, чтобы начать штурмовать новую карту. Подрывать, видимо, реактор. Но, черт возьми, это не реворк зоны 9. Это не реворк даже близко. Это полноценная карта зона 7. То есть, получается, зону 9 что, уберут? Зону 9 уберут? Это полноценная карта с двумя плентами. Все как и надо. Видимо, это будет у нас спавн теров. Это будет спавн теров. И карта, заметьте, насколько карта коридорная. Закрытыми, получается, пространствами. То есть это не как у нас зона 9, да, где у нас есть там какой-нибудь мидл, да, который большой, просторный, который можно вот обстреливать с различных сторон. Нет, это просто коридорная новая карта. Абсолютно новая. Я в шоке. Ребята, подождите, я в шоке. Я ждал реворк зоны 9. Ладно, окей, даже если зона 7, окей, предположим, зона 7, типа, они решили переименовать, как-то, типа, видоизменить карту, но нет, это абсолютно новая карта, понятно, почему зона 7, потому что они сделали абсолютно новую карту.
Plan B. Ты смотри, какая она коридорная, она просто закрытая, максимально закрытая. То есть, да, здесь будет много кемперов, однозначно, много позиций, где ты просто садишься и чекаешь противников. Но она имба за сторону КТ, она имба будет за сторону КТ однозначно. Здесь столько позиций просто присесть и просто ждать, пока теры будут штурмовать один из плентов, это жесть. Ты посмотри, ну она многоуровневая еще, при том, то есть здесь можно зайти наверх. То есть здесь можно зайти наверх, там тоже сейчас покажут лестницу. Ну, легендарный хаммер на месте, спасибо на этом, иначе что нам, мы будем пресс-эф хаммеру делать? Не, хаммер на месте, все окей, это вам не коняшка. Честно говоря, я не знаю, как на это реагировать. Мы все ждали полноценную карту Зона 9, реворкнутую. Ладно, переименовали Зона 7, окей, но хотя бы какие-то общие черты должны быть, собственно, должны быть знакомы. Но нет, разработчики Excelbolt сделали полноценную карту, новую, с нуля, как говорится, с нуля. В стилистике зоны, да, базара ноль, стилистика такая же, но карта абсолютно другая, даже по наполнению. То есть, если зона 9 изначально была большой просторной картой, зона 7 это коридорная карта. Это просто любителям Санстоуна, как говорится. Да, у нас Санстоун супер коридорная карта. Теперь и зона 7 супер коридорная. Столько всяких различных моментов. Можно ли забраться наверх? Тоже хороший вопрос. То есть, позиция сверху. Но карта... Карта оставляет двоякие чувства. Не, карта крутая, базару ноль. Карта крутая, все очень круто сделано, однозначно по наполнению. Я уверен, то, что и вообще как бы, ну может быть даже для баланса. Для баланса тоже все сделано. Разработчики умеют делать карты. Они умеют делать классные карты, крутые. То есть провинцию реворкнули супер-мега-играбельная. Дюна, да, как бы есть спорный вопрос по поводу дробовиков, но все равно карта очень хорошая. И тут нам закидывают зону 7. Новую карту, которая, во-первых, мы наконец-то дождались, и здравствуйте, ночная карта. Все просили, мы хотим ночную карту, мы хотим ночью бегать там, все дела. Все, вот вам ночная карта. Алло, здорово, ночная карта, все. Присутствует. Но она супер коридорная, с закрытыми вообще позициями, куча контейнеров, то есть нужно чекать кучу всяких углов, это однозначно. Однозначно за каждым уголком будет сидеть КТ. Если ты играешь за Т, это будет довольно проблематично. Но ты посмотри, Ну это вообще другое, это вообще, я не понимаю, не укладывается у меня в голове, не укладывается, дамы и господа, можете сколько угодно что писать, не укладывается, просто реворк зоны 9, вау, классно, нет, на нафиг, новая карта зона 7, возможно, зону 9 хотели, хотели реворкнуть уже давно, это понятно, и чтобы, не реворкать постоянно, а просто сделать карту с нуля, сделать карту уже со всеми, как говорится, плюшечками, приколюшечками и так далее, окей, то есть если у разработчиков есть идея сделать новую зону, и они такие, а чё мы будем, как бы, ну, ворошить старое, давайте сделаем новое, и вот новая карта в новой концепции, с новым строением, вообще все новое, играйте, веселитесь. Но мне кажется, карта будет довольно играбельная. Почему? Потому что, опять же, опыт разработчиков, это во-первых, а во-вторых, очень много было проблем на зоне, да, и как бы эти проблемы решили одним мувом, просто сделав карту коридорной. Просто сделав карту коридорной.
Не, по наполнению базара зира. Всякие эти, всякие ящики, там, компьютеры, реактор красивый, все вообще стилистически. Карта 10 из 10. То есть по стилистике однозначно лайк ставлю разработчикам. Вы большие молодцы. Но как это будет играться? Под эту карту нужно абсолютно баланс менять по пушкам. Боже мой, ну реально. И как бы, парни, запомните... парни, девчонки, извиняюсь. Запомните мой комментарий. В обновлении 0.28.0, в обновлении Outcast у нас изменят... у нас изменят пушки. Там типа урон, все дела, там где-то количество боеприпасов по-любому уменьшат. Не дай бог пофиксят мои любимые дробовики. И, кстати, по поводу дробовиков. Идеальная карта для того, чтобы дробовеля апнул в новом сезоне себе снова элиту. Идеальная карта. Она фул закрытая, ну вот эти вот коридорчики, да, вот здесь вот я стою с дробовиком, чуваки летят, а я просто их забираю с дробовиком, изи. Не, ладно, вот они, открытые места. Окей, хорошо, давай так, есть открытые места, есть места, где прям действительно как бы ты не в коридорчиках, все дела, но все равно большинство, ну типа в большинстве случаев карта коридорная. И это не минус, ни в коем случае, потому что коридорные карты нужны однозначно. Вот. Но когда у тебя есть Сакура, которая большая, масштабная, просторная, и когда у тебя появляется карта Зона 7, интересно. Я до сих пор не могу в голове картинку уложить, как это по карте будет выглядеть. Ну, по мини-карте. Это жесть, это жесть. Это жесть. А знаешь, что еще жесть? Знаешь, что еще жесть? Здесь можно подсадку сделать. Типа, здесь ты не запрыгнешь самостоятельно. Здесь нужно, чтобы тебя подсаживали. Тоже хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Можно ли сюда сделать подсадку? Я не вижу здесь... Или вижу, или не вижу. Я не вижу здесь, как бы, есть ли какие-то перегородки. Может быть, здесь тоже подсадка. Возможно, карта будет ориентирована на подсадки. Maybe. Почему бы и нет? Ну что, дамы и господа, добро пожаловать в новый Stand of 2. Добро пожаловать в Outcast, где... все, прощай, Зона 9. Навсегда, видимо, прощай, старая карта. Еще одна из самых первых карт Stand of 2, это Зона 9 была, которая уходила миллиард раз на переработку. И разработчики, видимо, да и фиг с этой зоной... Все, зона, она вот там вот, все, зона, она вон там вот, у нас новая зона 7, просто прилизанная вся вот такая красивая. В общем, дамы и господа, пишите, что думаете в комментарии, у микрофона был Веля, обнова выйдет вот-вот совсем скоро, пощупаем новую карту, ну и конечно же, хотелось пощупать новый АС-вал. Спасибо большое за просмотр, за лайк, за подписку на колокольчик, за комментарий, всем удачи, башки, и всем пока!